До самого главного праздника нашей страны – Дня Победы – осталось меньше месяца. Акция «Бессмертный полк», приуроченная к этой дате, стала уже неотъемлемой частью празднования 9 мая. Исполняющий обязанности руководителя администрации Люберецкого района Владимир Ружицкий приглашает жителей города и в этом году присоединиться к акции. День Победы – праздник, показывающий истинное величие страны и объединяющий всех жителей России. По традиции 9 мая состоится и акция «Бессмертный полк». Сотни тысяч россиян ежегодно принимают участие в шествии. Желающих пройти с портретом родственников участников войны с каждым годом становится все больше. Великая Отечественная война вошла в каждый дом и никого не оставила в стороне. В прошлом году в шествии «Бессмертного полка» приняли участие почти 5000 люберчан. Напомним, цель акции – увековечить подвиг солдат Великой Отечественной войны и сохранить память о героизме и мужестве нашего народа. Надо сказать, что все отделения МФЦ городского округа Люберцы поддерживают акцию и уже сейчас бесплатно сканируют, распечатывают и ламинируют портреты героев войны. Присоединиться к акции «Бессмертный полк» может каждый. Здесь нет ограничений ни по национальности, ни по возрасту. А сохранить память о бессмертных подвигах – это долг каждого. Алина Серезидинова, телеканал ЛРТ.